Говорят, что мотокросс – это сугубо мужское занятие. Это очень тяжелый вид спорта, причем сопряжен с риском. Так ли это на самом деле? Давайте спросим у самих байкеров. Вот как раз сегодня передачу начинаю я, так как она сугубо мужская. Сарби пока собирается искать себе новый мотоцикл. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Можно представиться? Олег. Олег. Скажите, пожалуйста, Олег, вот сейчас я для наших телезрителей прилюдно сказал, что байкеры – это мотокросс – это сугубо мужское занятие. Так ли это на самом деле? Да нет, есть и мотокроссмены девушки, причем они такие… Много? У нас нету. Байкер Олегтің сөзіне сенсек, мен де темір тұлпарды тізгіндеуіме әбден болады. Тек өкініштісі, мен көлік айдай білмеймін. Сол себепті бұл жолы да байкерлерді шеттен ғана тамашалауға тура келді. Байкерлерді де ішкі туризмге жатқызуға болады. Экстремалдар бір ауыздан осылай дейді. Әрине, әзірге олар тек мотокросс шеберлері ғана. Ал арнайы мотофестиваль болса, оңтүстікке өзге облыстардан, тіпті шетелдерден экстремалдарды шақыруға болады. Мотошоуды көруге туристер де келеді. Мы хотим сделать ЮКО трассу, которая была бы в республике, занимала этап по мотокроссу. Если приедут с других регионов, то есть запад, юг, север, восток, где очень развит мотокросс, я думаю, люди, увидев наш Бургулюк и увидев эту трассу, они приедут сюда еще не раз и привезут других, допустим, Ташкент приедет, Узбекистан, Киргизия приедет, там много этапов. У нас, к сожалению, в Южном Казахстане сейчас, на сегодняшний день, не очень развит мотокросс. Хотя погодные условия позволяет заниматься круглогодично. Потому что ты не успеешь. Причем, и получается, и зимой, и в снег можно зимой, здесь ездить? И в снег. То есть у мотокросса нету, в принципе, и в снег, сезона. И в суше они в любую погоду ездят. А так как в России зима очень длинная, российских мотокроссменов можно призывать осенью, феврале. В феврале у нас еще снег, уже снега как такового здесь не будет, они могут приезжать на сборы спокойно. Мотобайктегі бұл экстремалдың жасы 60-та. Темір тұлпарды тізгіндеп жүргеніне 10 жылдан асқан. Адреналин ардагерге ерекше күш беретін көрінеді. Оның үстіне жуырда ғана бір көлік шатқалында орналасқан Айнабұлақ демалыс орнында байкерлерге арнайы тест-драйв жолдарын салып берді. Хотим пригласить всех желающих, всех неравнодушных к мотокроссу, чтобы приняли участие, приехали, посмотрели, убедились, насколько это красиво, насколько качественная трасса и насколько она интересная. Да? Потому что есть реально коварные трамплины, есть коварные повороты. И, как говорится, наша южная доброта и гостеприимство, оно всегда славилось на весь мир. Поэтому просим всех в гости к нам. А что нам даст этот фестиваль? Во-первых, это даст подрастающему поколению именно из любителей вырасти уже в профессионалы и выступать уже на международной арене, профессионально в мотокроссе. Потому что, говорю, мы сейчас всячески пытаемся как бы его восстановить, эту былую славу, которая осталась еще с советских времен, именно наш южный мотокросс, который был. Поэтому данный толчок, он уже дан, и сейчас самое главное подпитывать его, привлекать новую свежую, как говорится, кровь, именно детей, начинающих, подростков, чтобы они не занимались там, как говорится, не пойми чем, во дворах там, не сидели на лавочках там и прожирали свое здоровье, скажем так, а именно приходили, занимались активными экстремальными видами спорта. Это моя мечта поездить на мотоцикле, но так как я не имею специальной подготовки, я, наверное, постараюсь с вами проехать вот на как называется это, на квадроцикле. А как заводить ее? Ты только потом вырежете вы меня.
ощущения просто волшебные, я так скажу. Нереальные, да. Особенно там, да. Я немножечко там испугался, потому что там такие, знаете, крутые спуски. Поэтому мотоцикл чуть-чуть подлетел, квадроцикл. Ну, советую попробовать каждому. Давайте попытаюсь чуть с большей скоростью. Садитесь. Будем ехать медленно. Ну а теперь прокатнем нашу телеведущую. Так. Төрт дөңгелекті квадроцикл әрине байк емес. Тест-драйв жолдарымен жүргенде аса қорқынышты болмай шықты. Дегенмен, енді ғана салынған жолдың да бір шама кемшіліктері бар көрінеді. Оны тек тәжірибелі байкерлер ғана сезінсе керек. Ал біз оны аса байқағанда жоқпыз. Трасса с каждым днем все развивается, развивается, что-то новое добавляется. Как? Отличное. Думаю, когда доделается, все будет на высшем разряде. Хотелось бы, наверное, здесь соревнования проводить, профессиональных именно. Ну да, да, желательно, конечно, соревнования, чтобы приехали люди, посмотрели, мы себя показали, поделиться опытом. Вот. А много вообще у нас в области тех, которые вот именно профессионально занимаются, на соревнования ездят официально? Именно у нас в Южном Казахстане всего два человека. Угу. Это вот я и Постегины. Мотобайк пен кәсіби тұрғыда шұғылданып жүрген спортшы. Ол ресми жарыстарға да қатысып тұрады екен. Ол үшін бұл жолдар жаттығу алаңы секілді. Облыс бойынша спорттың бұл экстремалды түрімен екі азамат қана кәсіби жаттығатын берді. Желающих много, но не у каждого как позволяют финансы. Это очень дорогой спорт, очень много денег уходит на форму, на ремонт мотоцикла. Это очень опасно, наверное, для жизни. Ну, все опасно, как бы. В любом спорте есть свои как опасности, интересы. А сколько адреналинчика получаете вот за один такой круг? Ой, море адреналина, эмоций положительных. Это кайф просто. Особенно, когда взлетаешь, это как не передать эмоциями. Ну, допустим, я захочу отдать своего ребенка. Сколько мне первоначально придется вкладывать? Ну, у нас здесь нету, но, допустим, в Европе это стоит, ну, я сейчас не скажу вам точные цифры, но и по данным, допустим, мотоцикл, обучение, это что-то там в районе, месячного взноса в районе $1000. Ух, дороговато. Фестиваль болат. Әрине келесі маусымда оны тиісті заматтар қолға алса. Ал байкерлердің биылғы маусымы осымен аяқталады. Қазанның 22-сіне олар үшін 2016 жылғы кезең ресми түрде жабылады. Алайда алғашқы қар жауғанша, бұл байкерлер осында келіп, шеберлігін шыңдауға мүмкіндіктері бар. Ну что ж, летние экстремальные виды подошли к концу. Мы ходили в горы, прыгали с парашюта, побороли свой страх высоты, катались на квадроциклах. Сейчас будем потихонечку готовиться к зимним экстремальным видам спорта, где мы сможем покататься на лыжах, прокатиться на каких-нибудь экстремальных катках. А сейчас я думаю попробовать проехать на этом мотоцикле, но нет. Я советую без соответствующей подготовки этого не делать. Даже с Арбинас не выделили мотоцикл, и вот она сейчас медленно идет пешком домой. А вам, дорогие телезрители, спасибо, что все это время были с нами. До новых встреч зимой!
Саяхатта удармандап жүрмісіз? Бірақ қайда демалуды білмейсіз ғой? Біз керемет демалыс индустралабыз. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы. Дубайға жалынды жолдамалар. Үйлену тойына арналған саяхаттар. Әлем чемпионаттарына баруды. Теңіз жағалауындағы ұмытылмас тынығулардың және қызықты экскурсиялық турларды ұсынады. Экстремалды демалысты ұнатушылар үшін парашютпен секіру, атпен серуендеу, дайвинг және квадроциклдегі жарыстар. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы. Олимпиадалық қарқынмен демал.